Итак, ребята, мы приехали через перевал, вот через эти горы, каскадные горы, как они здесь называются, по двойке. Мы ехали и приехали на озеро, которое называется Fish Lake. Здесь уже вот ребята рыбачат. Мы только что подъехали, сейчас Валера делает мне лунку. Вот, Алексей уже что-то там забросил. Вот, лед довольно-таки еще тонкий здесь, но места просто красивые. Бесподобно смотрится здесь все. Вот, ну, будем смотреть, как сегодня будет клевать. Сейчас вот ровно 8 часов утра начинаем рыбачить. И сегодня 1 января. Все люди спят, только нормальные рыбаки, они на озере. И вот наш первый окуник. Сантиметров 20. Вот из этой луночки. Сейчас вот это надо убрать. Всё. Да, 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 да. Ты давай. Видел, как я делал? Да, я видел. Валер, я ж умею рыбачить. Да, но здесь тебе не так. Ну, давай, давай. Он не будет давай. Так, как это, на озере. Да. Оно чуть-чуть, тихоньку. И да. Надо выключить. Ну вот, из моей лунки первого окунька мы поймали. Ну, сейчас будем готовиться к следующему. Итак, наша рыбалка продолжается. У Алексея две, у Валеры один. А у меня, ребята, 5 штук окушков. Все они выглядят очень симпатично. Смотрите. И красота. Кругом красота. Лепота. Вон дымок идет где-то из дому. Вот. Красиво здесь. В общем, рыбалка продолжается. Рыбачим. На красивом горном озере. Вот ребята там окушков ловят. Они пошли подальше. А я вот здесь приземлился. Солнышко светит. Вот я натягал немножко, еще до лимита далеко. Так что я могу потихонечку ловить рыбу, наслаждаться погодой и природой. Ребята, замечательная рыбалка 1 января на озере Fish Lake. Рыбаков не очень много. Вот там позади меня Валера с Алексеем. Вот, двое рыбаков ушли, еще один остался. Просто воздух настолько классный, настолько приятно, и солнышко греет. Тепло, просто тепло. Вот. И мы потихонечку пытаемся выловить наш лимит. На этом озере разрешается 25 окуней за один день, за одну рыбалку. И две форели. Вот. Ну, в общем, на всякую рыбу есть ограничения какие-то. Вот. Так что красиво здесь, шикарно здесь. И это моя первая зимняя рыбалка за многие годы. Я летом бываю каждое лето на рыбалке, а вот зимой как-то меня не тянуло. Ребята после встречи Нового года уехали, а потом в 4 позвонили, приехали в 5, меня забрали. Я практически не спал, но чувствую себя очень бодрячком. Вот, очень классненько. Вот, вы видите эту красоту, да? Ну, полюбуйтесь, мне очень нравится это место. Вот, очень. Здесь на коньках можно кататься, скинуть бы лет 30, и можно было бы погайсать здесь конкретно. Снега нет на льду, лед хороший, правда, не толстый. Вот, я не знаю точно сколько сантиметров, ну, может быть, больше 5. Вот. Так что все шикарненько.
на жареху я уже рыбки поймал, ребята также поймали. Вот, но еще лимит мы не сделали. Окей, ловим дальше. Смотрите, какая красота. Мы уже закончили рыбачить, поймали почти лимит на каждого. И сейчас едем домой. Зимняя дорога. На улице где-то минус 5, наверное, по Цельсию приблизительно. Но солнышко светит, тепло, красиво. Это мы недалеко от города Ливенворс. Сейчас мы выходим на второй хайвей. Большие сугробы, снега много. На западной стороне от перевала, от гор, там озера практически не замерзают. А вот на этой стороне озера замерзают. Вот поэтому есть возможность порыбачить по-зимнему. Ну вот мы по двоечке идем на перевал. Дорога хорошая, чистая. Проедем перевал и будем уже приближаться к Сиэтлу. Вот, ребята, мы поднялись вверх горы на перевал. Стекла, правда, у нас грязные, но я думаю, вы эту красоту увидите, которую я снимаю. Сейчас мы подъезжаем к перевалу. На перевале лыжная база. И этот перевал называется Стивен Пасс. Один из нескольких перевалов через каскадные горы, которые разделят наш штат на две части. Вот когда мы переедем перевал, будем спускаться вниз, вы увидите, там снега и в помине нет. Чем уникален наш штат, что здесь, пожалуйста, хочешь снег, отъехал час езды. Хочешь океан, пожалуйста, 2 часа на океан, 15 минут на залив. Очень красивые места, бесподобные места. Я влюблен в эту местность, где живу. Смотрите, вот новогодняя красота 1 января сегодня. Мы летим. Летим. Вот люди приехали на снегоходах с прицепами, где-то по горам носятся, также на лыжах. Очень хорошая база, хорошие ресторанчики там, уютные. Зимняя красота штата Вашингтон. В
Сколько мы едем? С какой скоростью? 60. 60 миль. А те ребята где-то 70 едут. Обгоняют нас. Красиво. Зимой своеобразная красота, летом также. Две полосы в одну, две в другую. Красотень. Вот мы подъезжаем к базе. Сори, ребята, что окно грязное, но надеюсь, вы увидите. Хотя бы немножко будете иметь представление, если кто-то захочет, любит на сноубордах. Здесь прекрасные спуски. Есть вот подъемники с этой стороны, смотрите. Очень красиво. Здесь много парковок. Вот все парковки заняты. 1 января, понедельник. Так, что тут нам говорят? Скорость сбавит, да? 35 майл. Да, мы пошли на спуск. Вот это сама лыжная база. Слева там рестораны, кафе, зоны отдыха. И в горах, вот на самом верху, люди оттуда катаются. Это отважные люди. Экстремалы. Вот, посмотрите, подъемнички, все парковки заняты, абсолютно все, народа много. Я не знаю, сколько здесь машин, но огромное количество машин. Здесь ночью включают фонари, и под фонари они на сноубордах, на лыжах, на санках катаются, даже ночью. До 10 вечера полностью. Да. Ой, как красиво здесь. Я сам любуюсь этой красотой. Вот. Сейчас идем с перевала, и буквально через минут 15-20 мы уже снега видеть не будем. Снега становится меньше, лес становится чище от снега. И как мы спустимся вниз, будет плюсовая температура. Вчера она была у нас где-то плюс 10 днем. На ночь немножко опускалась.